Ведут меня сегодня мои ножки, ведут в центральный детский мир. Наконец-то я сюда добрался. Тут у нас прям из метро можно в него зайти, прям как в ТРЦ охотный ряд, очень похоже. Сегодня я у нас не один, я с товарищем Аней. Привет. Вот, и мы как раз сейчас узнаем наши первые впечатления о том, как реконструировали детский мир, что он из себя сейчас представляет. Тут я уже вижу, вон там, дай подойдем тогда, девочка и олень. А вот так вот у нас украшены витрины. А сверху нам не очень здесь будет видно, там иллюминация такая красивая в виде куколок, пингвинов и прочих персонажей. Так, а будет ли видно за стеклом? Я лично себя вижу, а что там внутри, не вижу совсем. Так, так что пойдем уже, наверное, внутрь. Посмотрим, что у нас. Это вот новый символ детского мира, такой мишка. Такой Россия, патриотичный мишка. Руся. Руся? Руся. Руся. А может его зовут Руся? Я вот не знаю. Так, ну добро пожаловать, что ж. Пойдем внутрь. Давай сейчас сразу первое впечатление. О, кстати, до 10 вечера работает, с 10. Так, пойдем. Так, держи тогда на себя. Воу. А пока даже как не знаю, каких-то впечатлений вообще нету. Какие-то руссконародные там мотивы, творчество. А вот сейчас мы давай прям сразу в центр, в самый. Самый-самый-самый центр. И что мы здесь видим? Поднимаем голову. И вот у нас часы такие. И что-то такое у нас интересное, сказочное на потолке. Так, что симпатично прям. Сейчас будем ходить, смотреть, что тут еще есть. Вот мужчина такой в костюме повара. О, жираф, да, он там что-то двигает. Ну, мы тогда наверху и посмотрим, сейчас не так хорошо его видно. У нас тут уже лего какое-то сразу же нам попалось. Вот так все из деталей сделано, интересно. Какой-то всадник. Мне еще кажется, это олимпийские боги, скорее всего. Это как все вверх уходит там, в облаках. Мне кажется, это Зевс, наверное, нет? А может, это римские боги. А что у него должно быть? Тогда я, честно говоря, не знаю, что это. Надо догадываться. А тут тоже кто-то у нас есть. А, это египетские. Это разные, получается, наверное, боги, что ли, все. Там вот у нас кто-то... А, скандинавские боги. Это вот как бы все религии объединились, получается. Не знаю, что-то там шоу динозавров какое-то. Так, что-то можешь смотреть на табло, не знаю, что это. А это у нас Золушка, тыквы, цветочки симпатичные, все искусственное. Там вот мышка замечательная. Ой, здесь тоже мышки. Слушай, как здорово-то. Мышки, бабочки и часики, которые без 5:12 пробьют скоро. Так, а тут у нас в зале, где игрушечные животные различные выставлены, что является моей слабостью, я бы их очень всех бы с удовольствием собирал. А здесь есть вот такие плюшевые, прям целый зоопарк с жирафом, с остальными товарищами. Укусить могут, но они думают, тут тигр есть, у них такие витрины. Я бегемот, с ним фотографируется сейчас. О, какой он классный. И у нас тут много-много игрушек, всяких зверюшек, обалдеть. А, я крокодила нашел. Ну куда же мне еще могло понести? Блин, мне такой в коллекцию нужен новый. Где такой сердитый дядь. Безумно милый тигренок. Он безумно милый, ты так хочешь его купить, пока цену на него не увидишь. И потом поставишь его на полку и скажешь, все, до свидания, как-нибудь без тебя. А это что у нас? Филин какой-то такой. Цену лучше не показывать, я уже понял, что стоит взглянуть на цену и сразу расхочется всех их брать. А кого мне тут понравился? А тут мамонты еще были такие забавные. И игруночка такая мне понравилась, вообще безумная обезьянка. Блин, я бы себе такую взял, дурашливую.
штучку. Это коллекционные фигурки вот этих Симпсонов, мини из Лего. По 200 рублей они тут продаются. А эта вот серия такая тоже 200 рублей они. Ну да, там можно прощупать и попытаться угадать, кто тебе попадется. А вот еще отдел, в который мне нельзя было заходить. Здесь же рапторы, товарищи и прочие динозавры. Это что, Кецалькоатль, что ли? Самый большой из птерозавров. Но они не очень качественные, потому что у меня тираннозавр дома стоит, он покруче, чем эти. Ну, конечно же, у него пасть открывается. Дай покажу. Открывается пасть. Во! Какой вот он. Так там много. А, это просто так поставили, потому что он более вертикальный. А тут какие-то драконы, драконов я не люблю. Динозавры, да. Это кто у нас такой есть? Я даже не знаю, как он называется. Не написано на нем? Гигантозавр. Гигантозавр? Да ладно, вроде по-другому выглядит. Ладно, ставим на месте. Ничего себе, почти 3000 стоит. Ну, 2,5. Блин, жирно просит. О, это терезинозавр есть. Обалдеть. Это тот, который травоядный, но маскируется под хищника. Вот с такими когтями. Вообще обалденный дядь. Но он не похож просто на себя. Слишком суровый какой-то. Зал принцессы Диснея. Ну тут что такое девчачье и какой-то не очень качественный, интересно. Странно, что у меня целиком не умещается эта карета, кадр. Ну, всякие такие куколки здесь. Ничего, думаю, особо любопытного. Пошли дальше. Герои DC опять по 1000 рублей у нас все. У нас есть Супермен. В разных позах Бэтмен, товарищ Флэш. Что-то тут DC сплошное. Тут тоже вот они есть все. Ну, такой дешевый вариант, если особо на коллекционную фигурку тратится неохота. Кого он дешевле? А, ну даже Iron Man он популярный. Это вот Тор, товарищи, такой. Сколько он стоит, ты говоришь? Цена 16, а он 16 тысяч стоит. Такой дядь безумный. Да, но он здоровый, я не знаю, как показать. Там вот моя рука его еле держит. Такую прям фигурку охрененную можно взять. Так, вот известный отдел. Здесь у нас есть картофельные часы такие. Сколько такая радость стоит там написано? Нет, бесплатно. Бесплатно, ладно. Ой, они стоят почти 5000. Это какой-то маленький нанокоптер. Такой дрон забавный. Не знаю, что тут. Какие-то такие странные штучки есть. В детском магазине мы даже вот фигурки чужих нашли. Вот тут классические есть. Ксеноморф юбилейный, сколько, 35 лет ему было. Сейчас мне не очень нравится, когда у него такой шлем и там череп как-то. Но у него же должны быть у живого глаза и все остальное. Это они зря такого придумали. А тут есть ИТ, вот что мило. Вот этот спилберговский инопланетянчик, он клевый. Хищники тоже здоровые, есть небось 1020. Отдел Звездные войны. Даже такое здесь у нас есть. Здесь и Лего по Звездным войнам у нас. Различные стоят с штурмовиком. Не знаю, что в такой тьме тут видно. А, здесь в основном что ли Лего и есть, наверное. А нет, есть вот такие здоровые фигурки. Не знаю, сколько они там все могут стоить. О, R2-D2. Это они плюшевые, что ли? Глава Вейдера, Йода там есть. Такой 3D у нас плакат с всякими товарищами. Честно, я думаю, что что-то тут более такое провидно. Это Angry Birds и Звездные войны видно. Железную дорогу я здесь нашел. Такую вот она сколько ходит. Старики поезда красивые. Здесь у них и животные к ним есть. И домики такие симпатичные. Видишь? Классно. А железная дорога – это вещь. Ладно, все. Вот я тут могу долго любоваться на это дело. Тут, оказывается, целый путеводитель есть. Я сейчас его пытаюсь на камеру продемонстрировать есть. А с другой стороны, там хоть есть какая-то карта или что-то? А, ну вот. Как куда идти? Где нам лестницу искать? Вот он. Есть, да? А мы-то где? Ладно, не буду я это записывать. Сейчас мы потыркаемся и найдем, куда нам надо здесь идти, потому что магазинчик у нас не маленький. Магазинчик Чинчиндем. Тут такая вот скейтерская футболка здесь затесалась. Так что всем там всякие вроде детские размеры. Так вот она и вполне прикольно выглядит. А вот к своему удивлению я обнаружил, что здесь какие-то военные формы их не стоят. Зачем детям это нужно вообще? Значит, я какой-то некоторый негатив по этому поводу. Может, конечно, познавательно.
Но странно, честно говоря, странно. Не будем их всех особо изучать. Там что-то такое под старину есть. Как-то что, гусары, что ли, у нас, нет? Так. А, рядовой Александрийского государственного полка. Такая древняя Русь, что ли, у нас такие черти. Оригинальный. Что это оригинальный? Что-то оригинальное. Крыса какая-то страшная. Опа. Какие-то странные такие психоделические игрушки. У меня лисы падают. Держи лис. Не, все, нормально. А это кто? Это слон? Он забавный такой. Ну, мне, конечно, больше нравятся реалистичные те всякие животные. Они стоят тоже. Тоже стоят столько же. Кошмар какой, да. А на этого товарища Пэддингтона мы ходили как-то в кино, я помню. Такой забавный английский фильм. Они там все эти есть. О, дети его сейчас узнают, это здорово. Я вот только в кино впервые о нем узнал. Вот, в общем, они счастливы, видимо. Пучеглазый панда. Любите меня, обнимите меня. У меня ручки маленькие, я сам никого обнять не могу. Пингвиненок такой. Товарищ. У нас тут большие тоже такие черти пучеглазые. А снизу вообще очень большие обнимушки. Прям вот. Ребенка видно рядом? Во, прям. Это избушка с надписью «Только для детей». Мы сюда, видимо, не пойдем. Даже не знаю, что это такое есть. А там можешь просто, видимо, побегать, поиграться. А, ну, у нее ножки, соответственно, куриные. Так, у меня проблема решилась с включением фишая. Так хотя бы уже целиком все это, наконец, начало у меня помещаться в кадр. Еще мужичок какой-то, я не знаю, как он тут играет. Вроде Баба-Яга должна быть в таком домике. Ну, как-то так оно у нас есть. Мимо проходил стенд и видел очень грустную девочку. С безумно грустным выражением лица. Тоже плаксивая такая, прям кошмар. И как в нее играть? Так всеми жалейте. Не плачь, дорогая, все будет хорошо. Так, большая куча народа. Все потому, что здесь у нас... Дом Маши и Медведя. Так, а там есть Маша сама? Ну, это хорошо, без Маши спокойнее. Этим выражением лица весь характер данного, по-моему, персонажа и виден. Ну, то есть, например, какие-то погремушки с Машей и Медведя, гитарки какие-то. Ну, в общем, это... Так, это на специфический вкус. А, ну, тут и плюшевые есть товарищи всякие, Маши тоже. Вот. Ну, что их снимать? Они уже и так, по-моему, всем надоели. Лично мне, да. Потому что в основном дети покупают эту Машу. Сколько всякого интересного есть, мы сегодня ходили. Поэтому что еще на эту Машу обращать внимание? Это она странная все-таки парочка. Что ты говоришь? Смотри, что? А чего же я хороша? Слышу. Ага. И вот такая, как мы выяснили, самая стрёмная Маша, которая здесь есть. Маша-школьница. Лучше, конечно, есть свою вот эту вот... Платочек это с головы не снимать, а то действительно какая страшненькая у нас. А, платочек. Ну, смотри, как облагородили, кстати, правда, сразу прям бац, и уже симпатичнее. Лечится. А, у нас здесь пианино, прям как в фильме «Большой», которое было. Вообще здорово. Вот дети по нем бегают, играются. Я не буду на нее заходить, может быть, она не очень на взрослых рассчитана. Так, мы до книг, до всяких дошли, и тут такая вот замечательная тактильная книжка. Ты тут как бы всех трогаешь, и они на ощупь такие забавные товарищи. У меня, к сожалению, не получится так и держать, и проводить одной рукой. Какие-то часики у них там есть тоже, да. Здесь такие очень милые детские книжки интересные. Какая-то очень чудная книжка. Но вот мне показывала вот этого странного персонажа, непонятно, что с ним творится. А как она называется? Найди, покажи весь мир. Вот так вот. Слушай, это у меня мозг кипит. Как тут еще что-то найти? С другой стороны, можно долго изучать. А, наверное, я так понимаю, что вот это все надо находить там, вот в этой большой картинке, наверное. А можно, кстати, интересно. Но первое впечатление, конечно, вообще безумное. Как такое вообще может быть? Ну, забавно. Мне кажется, это все-таки здоровская книжка. Что такое? Это у нас какие-то пустыни, перенаселенные с крокодильчиками. У нас тут космонавт! Потому что мы наконец-то до дела Лего дошли, и вот они здесь все
построены. Кстати, с СССР, как неудивительно, это забавный момент. И собачка с ним. Наверное, это белка или стрелка, кто-то из них, видимо. Закончу запись, и все отошли. Записываю еще раз по случаю, чтобы он весь целиком был. Да, привет. Так, вы куда хотите, а меня ноги ведут. В Лего они меня ведут. И тут мы уже видим наборы выставлены некоторые. Я как раз всякие дома бы собирал, мне нравится там. Лего. Скутер такой. А это что за набор? Это Звездные войны у нас, да? Забавно. Там что-то прям вижу гигантское просто. Что это у нас такое? О, что-то интерактивное нажимать можно. И вот там какой-то там едет товарищ уборщик. Целый большой, огромный лего-город. Вот, и всякий летающий транспорт сверху. Это же как любопытно-то. Поехали! Так, это здорово, даже весь так и не изучишь быстренько. Так, ладно, пойдем еще что-нибудь смотреть, а здесь могу надолго зависнуть. С этой стороны это тоже не менее интересно, у нас такие интересные высотные здания, зелененькие. Вот это мы выяснили, она чем-то похожа на Москва-Сити, нашу эволюцию. Там башня тоже такая крученная. Ну и дети тут вот радуются, собирают что-то из деталей, которые здесь лежат. В общем, интересно, интерактивно, в общем, здорово. Моему удивлению нет конца. Здесь еще у нас горы какие-то из лего. Здания тоже такие, прям там. Башни Кремля, с другой стороны, такой классный лего-корабль. Блин, был бы такой набор вообще обалденно. Поезд большой. Вот это вот гора, и там деревушка какая-то. Сейчас быстренько иду вокруг смотреть, здесь как. На это дело народу здесь мало не будет, наверное, никогда. О, там медведь! Манеж, что-то такое похожее на лего Жигули, там красное. Красиво! Идем быстрее, что? Крутимся, сейчас быстренько. Такой вот черт из лего при входе. Любопытный. Сейчас такое прорваться. Вот, наконец-то самое. А, это большой театр, а не манеж. Вот что это на самом деле. И вот тут у нас Кремль. Отсюда больше понятно, что это Кремль. Остановка. Электричка. Где-нибудь такую видели, интересно. Вот любопытно. Ну, просто такие Жигули, такие чисто российского плавания машинки. Вообще очень любопытно. Мини-фигурки. Не знаешь, насколько они похожи на русских. А это вообще какой-то там пират похож стоит. Так, ну и сейчас с этого ракурса Спасская башня, там царь Колыхов. Но лего-зал это что-то обалденное. У нас здесь еще и спортсмены есть, все сфотографируются, ходят, бегают. Там вот, будь здоров, сейчас, о, пока никого нет, запишу. И опять куча народу идет мимо. Все хотят с ними сфотографироваться. Вот, Илья сражается с пиратом. Опс. Да, я посмотрю на лицо. Очень жестокий, наверное, да? Ну да, такой суровый, прям пират бравый. А тут китенок милый рядом, пожалуйста. Даже как-то не сказать, что он в лего-стиле был. У него сам сокровищ, смотри, сколько есть, что охранять, а что бороться. Такие дела. Блин, если бы сюда в детстве пришла, сошла с ума. Я тоже думаю, обалденное место. Совершенно. Ну, детальки не надо трогать. Тут странный персонаж леговский. Человек-змея, у него руки есть. Но когда у змеи есть руки, это как-то странно. Хотя забавно, что есть хвост. Что-то в этом есть такое чудное. А лего-дух встречает нас с жирафом таким. Тут дети на машинках фотографируются. Тоже все-все собирают. Вот это так очень здорово. Воу. А это что у нас такое, какая-то девчачья, что ли, серия любопытная? Такие там подружки. У нас какие-то еще и водяные игрушки здесь есть. Безумный пингвин такой. Но он сейчас сюда опять приплывет. Вот он. Забавный зал. А тут у нас карусель. Она тут присутствует. Поезд едет. А
этот автомобиль у нас оказывается кондитерская местная со сладостями всякими. Там тоже все это есть. Конфеты. Так и тянутся руки у детей. Побыстрее все это поесть, такие вот там сладкие штучки. Мы тут нашли такие конструкторы, как у меня в детстве было, что-то подобное, только попримитивнее. Деревянные, можно всякие домики рисовать. Ну вот, да, но, наверное, поэтому у меня в детстве они были, что они именно российские такие товарищи. Какое-то праздничное дело, тут вот что-то такое с Винни-Пухом. Ой, и шарики сова, это здорово. У меня любимый персонаж Винни-Пухи, такой-то он забавный. Вечно грустный ослик. У нас серых кто? А, там трансформеры какие-то, роботы, это не так интересно. Какое-то праздничное дело, тут вот что-то такое с Винни-Пухом.